Телезрители, может быть, помнят трехсерийный фильм «Опасный поворот», снятый нашим коллективом по пьесе Джона Бейнтона Пристли. И вот сейчас мы работаем снова над пьесой этого английского драматурга, на этот раз для кино. Пьеса называется «Время и семья Конвей». Разговор в этой пьесе идет о человеке, о времени, о соответствии человека времени. Разговор идет о буржуазной семье, но в то же время, если вглядеться пристально в эту драму, которая произошла в далекой Англии, ибо там живут и хорошие, и плохие люди, если вглядеться вглубже, то мы поймем, что человек всегда должен соответствовать своему времени, думать о завтрашнем дне и делать все сегодня для того, чтобы передать землю в руки потомков своих, красивой, неразрушенной. Вы увидите любимых вами актеров, и не только их, но, я бы сказал, целые династии. Действие от действия отделяется почти на четверть века. В начале фильма мы видим наших героев молодыми, в середине фильма повзрослевшими на 20, на 25 лет и снова молодыми.